В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. Как правило, 8 августа радовало хорошей погодой, а потому крестьяне старались поскорее закончить с полевыми работами. Чуть позже я поделюсь с вами своими знаниями об этом дне, а пока о погоде. В Алексине градусник термометра покажет плюс 18, плюс 23. В Ефремове плюс 14, плюс 20. В Белеве плюс 12, плюс 22. В Новомосковске плюс 13, плюс 22. По прогнозам на 8 августа температура в Туле будет колебаться от плюс 12 до плюс 23 градусов по Цельсию. Преимущественно облачно, влажность воздуха составит 40-57%. Ветер северный до 3 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. Крестьяне 8 августа начинали ранний сбор яблок, но есть их было еще нельзя. Было принято дожидаться яблочного спаса. Кроме того, начинался ранний сбор картофеля, из которого готовили оладьи, котлеты, винегрет и окрошку. Такие блюда хорошо осмотрелись на крестьянском столе летним жарким днем. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды, отличного настроения. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.